И всем привет, друзья! С вами я, Денис Таран. Ну, короче, да, сегодня будем продолжать, ребят, быстрое выживание. Сегодня опять буду продолжать. Я сегодня буду начинать моё строительство второго этажа, ну, того, которого будет у нас внизу. Давайте посмотрим. Так, начнем. Ну, тут надо вырыть такую, можно сказать, проход в эту нижнюю локацию. Мы будем уже, собственно, строить. Вот здесь будет наш дом. Он будет небольшой. Ой. Так. Не так. Вот так. А там прикрою. И там. Здесь? Чё? Это опять то ли нет? Вот так. И вот так. Дальше, конечно. Ну что вы думаете? Дом должен быть маленький. Там это он был не маленький. И вот здесь у нас, ребят, я хочу строить настоящий домик. Ну, можно сказать, склад, ну, не знаю. Можно сказать, ну, такой склад. Я хочу устроить такой склад, где я буду хранить свои тыквы и всякое такое. Если мне понравится какая-то тыква, беру. Вот сюда мне тоже надо прокопаться. Вот так. Вот здесь вот так вот. Надо вот здесь еще срубить вот. У нас, ребят, будет проход. У меня ключевая иногда мышка. Давай. Нет, это не нормально играть с глюченной мышкой. Вот. Вот, ребят, вот мы и выкопались. А, так у нас дверь. Ну, все равно, если надо будет выйти, я выйду. Здесь у нас будет такой, можно сказать, складик. А, мышка, не глюч. Эта мышка мне заебала. Она вчера у меня так глючила, что вы прям обалдеете. Эти ты как я поставлю вот так вот. Вот. Это у меня закончилось. Теперь один у меня стоит. И как ты? Раз. Там у меня место. Ой, куча тыкв. Опа, опа. Думаю, ты такой, можно сказать. Не, вот. Не тут тыкву. Да. Сжимайся ты. Тут мне еще удачи.
как его? А, не сюда. Да куда там надо? Ручка все равно не работает. Ключик! Не ключ! Из-за тебя тыкв нормально не собрать. Надо есть, знаете, и поглючить. Я уже не глючу. По-моему, уже нет. Потому что я вот эти ставлю, вроде бы... Или это только у меня вот эта клавиша заедает? Не знаю. Я не знаю. Я не разбираюсь в механике, что у меня там такое происходит. Но что-то именно. У меня еще есть 6 стык. Это эти 6 стык. И напарников тоже надо. Так. И вот сюда. А у меня еще одна есть. Вот сюда. Вот, вот эти красотища. Так он, тыква человечества. Ой, дом из тыкв человечества. То есть, люди мечтают. Люди мечтают. Это мое. Это мои тыквы. А у вас таких нет. Кошка, у тебя ты ж поняла карту? Да. Давай. И берёшь. Да есть картошка. Давай, я есть не могу. Я зачем беру и зимую? Вот. Нет, я отказ. Ну, нельзя так делать. Вася, тут реально надо скласть. Доберись ты. Сделать склад вообще. Если мы тут склад не сделаем, я вам так вот. Эй, сундук! Набись, пожалуйста! Вот. Помнишь, брать... А, вот это кусочек. Вот у меня еще и загрузка. Да, не могу. Так, это у нас древний выход. Ага. Кстати, ребят, насчет сердца моря. Скажите, что сердце море обязательно. Тогда я почитаю ваши комменты под прошлым видео. То тогда, ребят, так это не нужно. Это тоже не нужно. Хотя нет, это пригодится. Топорик всегда пригодится. Так, земля мне не нужна.
Так, вот это мне не нужно. Вот это мне тоже не нужно. Песок. Ну, конечно, это ж не нужно. Опять еловые доски. Сколько всяких блоков? Золото. Ну, золото тоже, пожалуйста. В принципе, он мне пока не нужен. И железо мне тоже пока не нужно. Берись. Ставься. Не ставься. 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 Вот. Так. Изумруд. Изумруд. Один тоже нужно поставить. Динамит, подожди. Это ж ведь как ценность сердце моё, так что надо с этим положить. Где? Кусочки железа, ну тоже, да. Тоже кусочки железа, это всегда хорошо. И динамит. Так, что у нас ещё? Ну, стрела, конечно. Стрела всегда пригодится. Ну, вот с этим я убираю. Вот. Синяя краска тоже мне не нужна пока. Пшеница, ну, одна из ненужных вещей на земле. Давай. Ну, хлеб, в принципе, тоже не очень нужен. А, у меня еще одна стрелка. Жареная треска тоже не так уж и нужна. Подожди. Нет. Вот так вот. Опа. И вот так. Так, ягоды. Ну, ягоды, в принципе, не очень классные. Вот ягоды, в принципе, ну, они не такие классные, совсем не очень классные. Так, отлично. Цветочный горшок. Цветочный, ну, конечно. Так, это... Нет, это не подуба. Это под... Высокий... Вот, где... И вот, даже ель, да. Так, а рыбу что сюда? Это вот сюда. Вот. Красный гриб. Ну, красный гриб, в принципе, это не нужность. Каменный блок, совсем не нужность. Факел. А камень топор пригодится. Семена тыквы. Семена тыквы не пригодятся. Ну, в принципе, я оставил все, что мне пригодится. Вот это мне все пригодится. Палик, меч, ножницы и железный кирк. А что вот эти там будет? Ну, шахт давайте прикопаем. Да, кстати, давайте. Давайте. Нам надо было... Кстати, нам надо было еду еще захватить. А то мне ж кушать надо. Что ж я кушаю? И росточок тоже надо было захватить. Вот этот. Просто надо же, чтобы что-то было как... Так. Это и на складе у нас должна быть, как его, рыбка, курятина, это, и у нас был еще хлеб, вот он, хлебушек. Так, хлебушек поставлю на место ко мне. Все. Вот, все. Все на всякий случай. Кстати, дверь надо закрыть, а то еще кто-нибудь бежит. О! Мы так не договаривались! У меня жизни мало. Я вообще хлеб перекушу.
Мультика. Еще, видимо, лопату сделать, а то так копать. Копать. Кстати, я хотел забыл. Все я забываю, ребят. Ребят, все забываю. Вот прям все. Я просто заморочился со складом, ребят, сегодня. Поставив один сундук, переложив туда вещички свои. Так, на складе нам еще надо взять факел, а? Это поставим на место топора. Кстати, нам еще топор сейчас пригодится. Камера. И камень. Вот, все. Годится. Я хочу. Так, кирка. Вот это нам что очень пригодится. Меч и кирка пригодятся. Тоже нам еду шарить. Не буду переплавлять. Так, вот. Берем кирочку и начинаем копать. Что так мышка глючит? Так, уголек, вот уголек это правильно. Я могу делать факела. Хотя ладно. О, а тут еще уголек. Неплохо, неплохо. Сейчас мы добудем. Опа. Давай, добывайся. Опа. Вот так. И все. Да, я сейчас... У меня такое ощущение, как будто я даже видео сейчас не снимаю, а просто копаю в шахте. У меня сейчас такое ощущение. Эй, подождите. А зачем мне это тратить? Я могу. Вот я дурак. Да ладно, там я оставлю. Вот как я не вспомнил, то что я же играю на версии на такой, где можно вот так делать. Ну точнее, на Майнкрафте таком, где можно вот такое делать. Не на версии, а на Майнкрафте на таком, где можно вот такое уголька. Тут куча уголька. У меня скоро кирка сломается, надо быстрее железо найти. И у меня есть. А у меня есть дома железо, так как... А вот это... Копайся! Это... Ну, допустим, я этого ничего не... О, не видел. Копай. А потом не... Копай ты! Это у меня кирка почти сломалась. Мышка очень глючит. Вот, наверное, потому что у меня кирка ломается, и поэтому у меня и мышка глючит. Уже
тоже земля, странно как-то. Представляете, каково это быть в Майнкрафте, который смотрел сейчас темноту. Вы знаете, то, что я трус. Ну хотя, ничего не говорю. Это вы не слышали, это ничего не было, это просто ваша мечта. Мечтаете слишком. Мне уже показывается, что вот это лава. Вон там, смотрите. Видите, по карте там показано? Это вот где-то... Это, по-моему, где-то внизу, пониже. Сейчас свет тут. Это ничего. Опа. А я уже и до бедрока докопался. А кирка-то у меня почти сломалась. Так. Блин, а... Блин, ладно, надо собрать булыжник. Из него... Я даже палку не захотел. Ну что ж, ребят. Будем торчать в этой дыре, пока не выйдем отсюда все-таки. Ладно. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И ставьте лайки, и подписывайтесь на мой канал. И всем! Ну, кстати, нажимайте на колокольчик, смотрите Чиповская книга. И всем пока!